подъезжаем к цели нашего долгого путешествия. Правительственному бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Ага, разрушил. Он как очень же волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Да. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят. Нас они простят тоже. И все поедут домой. В метро. Идиоты. Правильно, идиоты. Чтобы обратно в Москву, в подземелье, бля. Вот честно скажу, как человек, который служил в армии, для меня встреча с начальством армейским вообще, как вы знаете, не привлекала в армии. Она как раз таки наоборот. Ну и? О! Солдужик. О, разведка сейчас впереди нас едет еще, смотри-ка. Кругом все заброшено, но путь в норме. Прием! Все стоим здесь, смотри-ка. Добро. Не разгоняйтесь там особо и за радиацией следите. Прием. Есть. Нихрена себе. До сих пор не верится. Мы ведь добрались. Добрались, понимаешь? Ты посмотри вокруг, чё. Шли мы к этой цели не неделю, не месяц, 20 лет. Целую жизнь. И она была не напрасна. Теперь я точно знаю. Ты посмотри, что вокруг творится. Даже девчонка понимает больше, чем ты. Охренеть, вертушка вон лежит. Еще и радиация. Да, конечно. Пойдем, Настюш. БТР. Подождите там нас с Артемом. О! Ага. Ты ведь сюда столько попасть мечтала, как правительству докладывать так без меня? Дочь, я тебе вот дочь. Именно, что, совсем еще попутал, что ли? Давай с нами, а то всю плешь. Самолет лежит, смотри. Даже не сомневайся. Герман, стоп, машина. Вот вам и Fallout, кстати. Все сожгли, смотри, все выжжено. Тут настоящая пустыня. Да. Ай, батюшка, иди ко мне. Опа, дорогая, ко мне. Ай, да, на ручки. Опля. Добро рот отгнать в безопасную зону и всем под броню. Сейчас сделаем. Степан остается за старшего. Все ясно. Так точно, товарищ полковник. Давайте, пацаны. Отлично. Поехали. Здесь наш идиот. О, американцы с нами. Это бомбы? Охренеть, он уже наш. Вообще красота. И что, здесь люди живут, хочешь сказать? Да я не верю, ни за что. Пустыня. Ядерная пыта. С нами идиот Сэм Ермак. Ай. Я зову Крест. Опа. Опа, смотри-ка. Со всей страны народ ехал. Ну, то есть, музыку машин. Да, со всей страны. Офигеть, может, может, заберем парочку себе? Только времени зря потеряли. Охренеть, да сюда. Ничего, теперь наверстаем. Каких только нету, смотри-ка, моделей. Все, о-хо-хо-хо. Даже дрезина есть с пулеметом. Да. Место, число, зря мы сюда ехали вообще. Я того же мнения, Крест.
Но у нас у деда магаз начался. Ну и, собственно, где мой welcome committee и ковровая дорожка? Да нету там никого внутри. Может, поехали обратно? В натуре. Смотрите. Опа. Это же миниган. Он нас прошьет, если что. Добавитесь. Опа. Полковник Мельников прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? Остались на поезде. Снаружи опасно. Свяжитесь с ними. Пусть загонят поезд в главный шлюз на дезактивацию. Как же? Сейчас. Обойдешься. По туннелю и спускайтесь на лифте. Внизу вас встретят. Можно я не пойду туда? Дайте я спрыгну, а? Я обратно до поезда пешком дойду. Если там ворота. О-хо-хо. Вот именно. Ключ капуста. А чего у них тут пусто так? Ни огневых точек, ни патрулей. Часовых даже нет. Странно. А зачем это все? В смысле зачем? Ядерная боеголовка и та не взяла. Что-то мне... Чего? Огнемет стоял? Добро пожаловать. Непонятно, куда комендантская рота смотрит? Да, могли бы и прибраться. Ну, посмотрим. Прибраться? Да, что-то кажется... Идиот, я тут подумал. Нечего нам всем на доклад ломиться. Оставайтесь лучше с Кристом. Yes, sir. Соображаешь немножко, да, даже здесь никого нету. Хотя здесь должен сидеть, по сути. Ох, не нравится мне здесь. Музыка такая еще угнетенная. Ты хоть речь-то подготовил? А то как заклинит тебя, это же сам министр. Чё на тебя? Ночь не спал. Вот видишь... Ничего Артему сказать не хочешь? Да, ты был прав, Артём. Да что ты говоришь? А я, пожалуй, нет. Спасибо, что не сдался тогда. Угу. Сначала давай-ка сначала узнаем, кто нас здесь ждет на самом деле. Чё-то я не верю, что это министр обороны. Потом вообще конкретно не верю. Ну, с Богом. А почему не работает дезинфекция? М. Не нравится мне все это. Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети, но боеготовность основного состава... Мне музыка не нравится вообще. Уровне. Женщины и дети? Ха-ха-ха, хорошо. Давно не... Кто вы? Не... Стреляй нахуй! Вот хрен! Что происходит? Засада, полковник, я же говорил! Анна! Ах ты сука! Сопротивляйся, Артём! Что-то они какие-то... Не такие. Немножко... Что они не такие, как на обычных бандитов вообще не похожи. Там еще видели, улутать можно было во время драки, когда нас крутили. Что происходит? Тела висят. Ох, не нравится мне. Что происходит? Что с остальными? Каннибалы, бля! Все идет по плану. Все целы. Господи. Пока. Что значит пока? Я требую... Это же каннибалы. ...с министром обороны. Не волнуйтесь, все будет хорошо и даже лучше. И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин.
Ё-моё. Какой к чёрту ужин? Полкан, вот ты... Что издеваешься, гад? Полковник, вот ты просчитался. Заткнись, доктор говорит. Где правительство гнида? Отвечай! Здесь, полковник, здесь. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Да как ты смеешь, тварь? Вы же просто людоеды гребаные. Вот именно. Спокойнее, слов даже нету. А то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой. Но это придется повременить. Смотри-ка, министр, это же министр. Кашель мне ее не нравится. Ты твои руки мне развяжи. Я тебе твои анализы так в жопу заколачу, плеваться ими. Моя девочка, моя девочка. Девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Дай ему голову в бошку, а. Но молча слушает. Артём, что ты сидишь, блин, не двигаешься вообще? Ты, сволочь! Пусти! Пусти, тварь! Ах ты, сука! Убью! Всех убью! В общем, полковник, если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовите к нам ваших людей, оставшихся на поле. Всех убью! До одного! Вам ясно? Ну вот, а я так надеялся поговорить наконец с умным человеком. Увы. Ага, поговорить и сожрать, но да? Ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Я тебя убью, скотина, поверь мне. Что ж, рад был познакомиться. Яков, начинайте. Полковник. Я тебя с того света достану. Полковник. Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами подавиться. Полковник, держитесь! Да. Разрешите, ну, отправиться. Да я вас зубами рвать буду. Артём, сопротивляйся, мать вашу. Еще надо было. Но я сейчас вас урою. Выжечь, мразь эту. Да, что приходили мне. А теперь покушаем. Покушаем? Ты уверен? Обернись. Давай! Ты кто, Сэм или князь? Или идиот? Опа! Красавчик! Полковник, успокойся! Полковник! Сначала жену найти. Ты правильно все сделал. Патроны. Гранаты есть у меня? Есть. О боже мой. Волгово людоедов прям в центре. Опа. Спасибо, сэр. Давай. Они еще у них еще где стрельное оружие есть? Я думаю, они тупые дикари с палками, блин. Держи подарок. Он живой еще? Блюдки, а. Держись. Вообще конченые, вообще ублюдки. Уже с двух сторон. Держи подарок. Где лифт? Лифт спускай. Патронов нету. Придется стрелять то, что есть. Я заряжаюсь. А, баллона нету. Я первый. Давай, 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 пацаны. Ты тварь, бля. Держи последний подарок. Ой, второй, извиняюсь. Уйду. Коктейль Молотова взять. Охренеть, блин. Я в шоке. Вот это наше правительство.
Полковник, я тебя застрелю, бля. Ну точно как наш D6, и лифт такой, экзакли. Да, и это очень кстати. Маню точно найдем. Но комплекс большой, а времени у нас, думаю, не больше 10 минут. Так что придется разделить. Скажи еще сейчас, отчет включится. Времени, нет? Сэм, бери фильтровентиляционную, генераторный зал и склады. Идиот, со мной в командный центр. А, я один, да? Артём, на тебе казармы и медблок. Угу. Ну, поехали. Давай, поехали. Артём, твой этаж. В смысле, а, я, моя основочка. Ай, дайте, пацаны, я пошел. Артём, в темпе. Темпе, 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 работаем. О, это я почитаю. Повезло, как же повезло, все штуки сорвали, а я, дурак, еще о племени переживал нахрен кучки пепла в племени. А так правительство так и не прибыло, потому что весь комплект наш, все запасы, бункер на целый город, запасами на годы, а нас всего-то пара тысяч пора только с бабами не потык. Ну ничего, спокойно дождемся, пока радиация все спустимся с горы, вернее, вылезем из-под нее. Да уж, повезло, правительство не просто так не приехало, потому что бюджетный запас что-то распилил по плечи нашего строительного. Мы-то, в конце концов, готовы к сдаче, а желтый на складах нету. Понятно, когда щеки варьё, всё, не зря мы с ними разобрались, но похоже, они не врали целый склад и папочку за месяц не сажать, а тут пустые стеллажи. Нихрена, здесь не было запасов, когда они здесь закрылись. Вот почему жрать тут люди стали. Кажись, меня отключили. Тут стоял уже. Эти крики были. Ну, мельник, блин, если что-то с Анной случится, я тебе лично пулю в башку пущу. О, бля. Нифига себе, он прыгает! Что такой живучий? Стрелять умеете, скотина. Патронов бы хватило от вас отбиваться, вас здесь. Я в шоке просто. У меня аж мурашки по телу народу. Как видите, вот так реально попасть к ним. Реально к таким тварям попасть. Если сбежать не. Ух ты ж ё! А если сбежать не получится? А представьте себе. Представить-то тяжело, если честно. Сначала либо вас сначала сожрут, либо вас уже знакомых. Представьте, просто вы сидите, ждете, пока вас сожрут такие же люди, как и вы, блин. Да что ты говоришь, бля? Ах ты скотина! Держи аптечку! Держи! Ох ты ж, ё-моё! Это он с чего меня так? Это у меня с чего? Отбойник, что ли, или что? Ох, ё, с самого начала. Что-то взорвалось. Всех. Всех порешу. Всех, без разбора. Даже если женщины будут. Хотя, наверное, женщин-то и нету. Даже так сказать, они женщин первую очередь сожрали, что ли, или что? Они, получается, здесь были. И дети тоже, получается, здесь были. Полковник Мельник, а можно бункер взорвать, как D6 нас мы пытались взорваться? Взорвать. Также здесь все можно? Падает.
под корень пустить. Я бы с удовольствием. Артём, не нашел? Скорее, каждая секунда на счету. Не вставай. Хрен тебя не еда, блин. Будем двигаться как спецназ. Ах ты скотина! Опа. Вот с чего он так палит, мне интересно. Я, конечно, так бездумно. Я попал в магазинник, где мясо хранится. Боже ты мой. Это они, получается, всех тех людей, которые к ним сюда приезжали. Вон там на улице машины стоят, они всех их жрали. Они их всех жрали, получается. Так это ж сколько народу они здесь положили. Боже ты мой. Еще даже в голове не упадется, сколько народу здесь положили. О, боже мой. Дай бог, какая-нибудь скотина на меня из-за угла сейчас кинется с таким криком, я за себя не ручаюсь. Если я закричу, скрикну или что-нибудь еще от страха, то, ребята, не обижайтесь. Все, ради открытки, что ли, все это было. Да, такого я от игры не ожидал вообще, конкретно, и честно. Это прицел. Здесь, по-моему, будет тихое место. Птички есть. Блин, гранаты используют. Что такое? Ночной прицел не он не нужен. БМВ есть. Нету мяса. Ах ты скотина! Теперь мой выход. Я не мясо. Блять. Мне кажется, с дробовиком здесь не стоит ходить. Возьми автомат. Мельник, вот ты скотина, эти серьезно. Это ты, сука, пропил страну. Туалет, типа, что ли? Что это такое? Сердце человеческое замаринованное.
скелеты у себя в комнате хай. Вроде живут, как пытаются, как нормальные. Натиск. Эх, надо было зарезать его. Его нахрен. Внимание всем! Командный центр наш. При потере связи точка сбора здесь. Идиот, разберись с управлением дверями и лифтами. Заблокируй все лифтные проходы. Пусть эти твари побегают. Есть? Мне кажется, они побегают им насрать. Ох ты ж! Где он такой меткий там? Я его не... А, вон! Попал. Не вовремя ты аккумулятор решил зарядить. Я перестарался немножечко. Здесь у них, походу, обрушение было или что? Интересно. Ходил Сэм там развлекается. Опа! Опа! А это я здесь сейчас развлекаюсь. Опа! Че он бежит? Да там Сэм наверху развлекается, я хочу к нему. Я устал быть один. Крики с... Ё-моё, блин! Сэм? Сэм, я не знаю, что ты там делаешь, что смотри, блин, чтобы мы отсюда потом выбрались. Ты сейчас там все ра... Чё за... Зараза, а? Здесь эта камера зафиксировала. Да кто, блин? Слишком напряжен, извините. Никакого стелса, ничего, просто выживать пытаемся. А патронов-то у них здесь сколько, ёбу? Ну, точно как наш D6, надо один в один почти. Только если в нашем D6 жила какая-то неизвестная хрень, то здесь ее нету, слава богу. Опа. Бронированный. Че у него в руках? Миниган. Гори, скотина. Гори. Опа. Опа, вот это я понимаю. И миниган не спас. Опа, опа. Нет, не вздумай даже умереть, блин, Артём. Это было вообще тупо. Я могу его взять. Если детальки сниму. Ну чё, каннибалы? Походу, дело в этой части все-таки есть оружие победы. Какое-то оно громоздкое. А, здесь еще насос есть.
Ага! Ага, ребятушки! Следующий! Стоп, предупреждение, пролезающий через забор будет стрелять. Ага. Тут, наверное, вонище, наверное, это... Чего? Не, нахрен, не хочу даже думать не хочу, что здесь случилось, честно вам скажу, ребята. Это вообще, это даже близко к слову, нормально не относится. Анна, ты живая? Что с тобой сделали? Чё она такая бледная? Сзади! Ах ты сука! Ах ты доктор, а? Я тебя зарежу, ты скотина! Опа! Ох, моя девочка, молодец. Артём, ты цел? Слава богу. Не, в этот раз я твой должник. Что с тобой сделали? Идем, доложим полковнику. Еле на ногах стоит. Одевай оборудование. Все, аккуратно с нее сняли. В медблоке Артём меня нашел. Слава богу. Молодец, Артём. Куда я теперь? Там как раз лифт прямо по коридору. Поднимайтесь к нам в командный центр. Идем. Только не спеши. Мне надо отдышаться немного. Че, я бил, что ли, здесь сидел или че? Блин. А это че еще за скотобойня здесь? Да. Что могу быть хуже фанатиков? Каннибалы, пожалуйста. Ты как? Что, на шее? А, это руками. Вот это называется приехали. Я уже думала, вряд ли найдем чего похуже, чем на Волге было. Вот именно, блин. Силанти, этот полоумный сфа... своими. Что-то мне не нравятся все эти записки, ребята, я вам честно скажу. Ну нет. Оказывается, есть куда расти. Там чуть не убили, а здесь и вовсе съесть собирались. А дальше что, их насиловать будут пытаться? Поразительно просто. И ведь, похоже, правда, врач был. Угу. Ну ничего. Посмотрим еще. Его-то мы точно пережили, так что... Это ж надо, он лечил людей больных, которые сюда приезжали, чтобы потом их сожрать. Вы понимаете, нет, народ? Красава! Всех жирных ублюдков выстрелял. Мразь еще слабо сказано. Я в порядке. Да кто же мог знать? Кто знал, что тут твари эти? 20 лет людей жрали. 20 лет. Да лучше в метро. Я как лейтёха сопливый повелся. Сам министр обороны меня примет. Я бы тебя прикатом сейчас по лицу пытал бы с удовольствием. Ну ты им почти честь отдал, веришь, нет? Похлеще наших наблюдателей в Москве устроились. Только те со своим щитом людей под землей держат, а эти... Жрут. Заманивают и жрут. Хрен его знает, Аня. Не знаю. Выбираться надо. Вся информация устроена. Опа. Комплексы ПВО, штабы. Связи давно нет. Но те, что светятся минимум пару лет после...
после войны работал. И ты сейчас... А внизу это что? В самом низу? Каспий-1, центр связи. Еще в Новосибирске такой же отмечен. Каспий-1, ты где, блин? Опять в какой-то бункер нас потащишь? Этого не хватило? Я тебя убью, блин, полковник. Надо всем вместе, понимаешь? Вы бы поторопились, что стало. Американцы проблемы! Все нужное забрал, мы уходим. Американцы проблемы. Сейчас заломаемся. В тендер, я, короче, готов. Анна, держись за мной. Зря ты так, Аня. Я пойду первый. Конечно, что тут все чуть не кончится. А если в следующий раз не обойдется? Это, конечно, да. Но тут что-то положить нечего. В том-то и дело, что нет. Но хотелось бы все время, что мне осталось провести... Вот с ним, понял? Сэм у нас там развлекается по полной программе, пацан. Сэм развлекается, как может. А здесь от пулемета толки, наверное, не будет. Давай дай делаться здесь. Эта штука быстрее может ехать, да? Опа! Я вижу баллоны красные. Стреляю по ним. Смотри, как варежно выходит, а? Баллон там красный. А вон. Прикрыл с собой, блин. Опа, держи подарок. Не получилось. Ну, держи вот так. Бум! Не взрываются. О, взорвался. Держи подарок. Я раненый, если что. Баллон закончился. Ох ты ж. Сэм, где миниган нашел? Куда-то? Ё-моё. Анна, быстрей, 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 быстрей. Сэм, быстрей на борт, я прикрою. Быстрей, Сэм, я прикрою. Я прикрою. Вот это я понимаю. И последний подарок, скотина. Ха-ха. А теперь, полковник, твоя очередь. Дай ему прикатом по лицу. Тут настоящий овер. Еще мягко сказано. И я, кретин, поверил этим с Ганзой, что Москва в подчинении уставки... Ты идиот! Идиот старый! ...военного времени, что в Москве полковники, а тут генералы! Как салага поверил! Сука! Я тебя ненавижу, полковник. Дорогая, ты как? Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Может, все же вернуться в Москву? Рассказать им про... Заколебали вы со своей Москвой, если честно. Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьемся, что мы сможем против Ганзы? Да и кто нам поверит, доказать-то нечем. А может, вернемся на Волгу? Там вроде жить можно. Я бы не стоил. А с местными что делать? Может, не выдержит. Они нам, если помните, не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Артем еще в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Ну так может, пора уже это сделать? Идея хорошая, да. А куда поедем? Найти, по всей стране мотаться. Авроре капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Будет весело. Спутники! Что спутники? Что спутники? Свалить с этой гребаной планеты? Я бы с удовольствием, веришь, нет? В Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал.
Если нам удастся получить собранные спутниками данные, то ехать наугад не придется. Данные радиационной разведки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Это идея. О. А что если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов? У меня есть миниган. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно, а во-вторых, есть идеи получше. У меня нет. Ну, значит, у нас появился новый план. Хоть что-то хорошее. Ну что, Артём, поехали искать твое идеальное место. Труби отъезд. Давай-ка хоть что. Каспий. Казахстан? Или что там? Казахстан, Атури. Едем в Казахстан, ребята.